В Ивановском районе Одесской области отец остался недоволен оценками своего сына-школьника и жестоко его избил. Судя по методам воспитания, сам он в школе был круглым отличником, но так ничему и не научился. Украинские заповедники всегда славились своей красотой. А за красоту нужно платить. Видимо, так решил сельский глава Троицкого. И начал продавать заповедные земли на берегу Днестра. Красота стоит дорого, это правда. Парень пришел в гости к своему другу, прихватив 20 грамм конопли и пневматическую винтовку. Посреди ночи решил почистить оружие и ранил себя в живот. Не приглашайте гостей с винтовкой и тем более коноплей. Они любят чистить оружие по ночам. Владимир Бадылан почти год как в розыске, скрывается тщательно. Недавно выложил в социальные сети лучшие, по его мнению, маршруты для пробежек в Париже и Барселоне. Убежал так убежал. Хорошо бегать по Барселоне. Житель Молдовы хотел незаконно перевезти саженцы деревьев через нашу границу. Чтобы правоохранители закрыли глаза, он предложил им взятку в размере 40 евро. Но от такой наглости и суммы глаза у пограничников на лоб полезли.